Приходит Никита и жалуется, что Тоша мешает ему уроки делать. Забирает его шариковую ручку, лезет к нему в тетрадку. Вот ему нужна именно сейчас эта шариковая ручка. Никита, давай попробуем ему дать карандаш или Нет, другую ручку. Ручку. Давай ему дадим другую ручку, он тебе Тоша, отдаст эту вот писать. Это хочешь? А, вкусней. Ну, получилось? Ура, он решил. Ура. Отдавай ему ту ручку, нет. А сам пиши дальше. Он нет? Он очень любит ее. Тошина любимая игрушка. Ему достаточно дать простой лист бумаги. Смотрите. Ава. И сесть он на него хочет, и откусить он хочет. Держи, Тошик. О, Тошика. Учим с Никитой английский язык, и Тоша прилетел нам помогать. Забирает у нас карточки. Эта-то карточка ему нужна, да? Тоша, тебе нужно небо? Тебе это надо карточка? Сейчас